Вляпалась. Пьяная автоледи из Курской области на полном ходу снесла биотуалет, не вписавшись в поворот направо возле Каплинского поста ГАИ. 47-летняя дама под шофе передвигалась на автомобиле Nissan March. Она ехала из города в сторону Горшечного. ДТП произошло 21 июля в районе часа ночи. Биотуалет буквально расплющила о стену поста ГАИ. Неприятный запах и мусор находятся там до сих пор. В результате аварии пострадали четверо пассажиров Nissan, двое женщин 33 и 35 лет и двое молодых людей 20 и 22 лет. Все они получили телесные повреждения. В отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело. А вот еще одно ДТП в округе закончилось еще более печально. 51-летняя оскольчанка за рулем ВАЗа превысила скорость и врезалась в дерево. Она погибла на месте. А ее 27-летний пассажир доставлен в больницу. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что резко повысилось число пьяных водителей. Только за три дня с пятницы по воскресенье было задержано 13 автолюбителей под шофе. Пятеро из них сели за руль без права управления автомобилем. Возбуждено 3 уголовных дела за повторное вождение машины в нетрезвом состоянии. Правоохранители напоминают, что их главная цель не наказать, а предотвратить. И здесь нужна помощь общества. Со стороны УМВД и сотрудники госавтоинспекции неоднократно обращались к жителям нашего города с просьбой сообщать об известных им случаях управления транспортным средством водителями в состоянии алкогольного опьянения. И обратная связь на такие сообщения у нас имеется. Но, конечно, не на том уровне, на котором хотелось бы. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что нарушение правил дорожного движения грозит тяжкими последствиями, угрожает жизни и здоровью не только для водителя, но и для окружающих, для пешеходов, для пассажиров.